Доброго времени суток. Задался тут проблемой, поставил на свой 10-дюймовый этап Cyanogen Mod 9 версии. И все вроде бы хорошо, кроме момента, двух моментов, ну, в общем, нерабочая камера, но это меньше всего меня беспокоит, и нет возможности его подключить по USB к ПК. То есть вот версия 4.0.4, все как положено, но ПК не видит его, и соответственно файлы нет возможности передать, а у меня там большое количество музыки, фильмов и всякой картинок, лабуды. Я думаю, что делать. В итоге, значит, самое четкое решение, я надеюсь, что уже есть народ, кто этим приложением пользуется, для себя я его открыл только вот сегодня. Я, в принципе, знал, что есть подобные программы, но в реальной жизни их не видел применения. Вот называется файл Transfer Pro, или есть обычная версия. Значит, программа нужна для создания сервера внутри какой-то локальной Wi-Fi сети. Он создает сервак, который доступен с вашего ПК для закачки или выкачки оттуда файлов. Имеет очень приятный веб-интерфейс. Вот все сделано по-человечески. Включается-выключает сервер по кнопке стоп или старт. То есть париться вообще нечего. Включил планшет или телефон, он подключен к домашней Wi-Fi сети, нажал кнопку старт, все, он появился в сети, можно на него закачивать, скачивать. Шнур не надо искать. Просрали шнур, так сказать, проблем никаких не будет для передачи файлов. Теперь покажу, как это все выглядит на ПК. Вот у меня есть такой вот интерфейс. Мы заходим в папку, например, музыки дабстеп я слушаю. Нам далее Select Files, и мы выбираем на моем ПК нужную, значит, вот в окне, в стандартном окне есть мультивыбор, все, стандартную музыку. Загрузка пошла. Загружается вот со скоростью, ну, до метра в секунду. Я считаю, это очень прилично, то есть быстро. Вот, интерфейс, сами видите, человеческий. Есть разбиение по категориям, типа галерея, музыка, там, фото. Вот, и просто по папкам. Ну, кстати, очень интересно, все показывает, что загрузилось, что сейчас загружается. Вот, супер приложение. Для себя вот открыл. Те, кто не знают, ну, будут приятно удивлены, что есть вот такие вот удобства в нашей жизни, как передача файлов по Wi-Fi. Соответственно, здесь вот сервер работает и принимает файлы. Так что, если у кого подобные проблемы случились, пользуйтесь, на здоровье. Вот, спасибо за то, что выслушали. До следующих обзоров.